Танцы под медленную музыку. Их обычно называют таксим, но это сленговый термин. Первоначальное значение слова «таксим», об этом вам скажет любой музыкант, это солирующий инструмент, то есть один инструмент. Ему не аккомпанируют другие инструменты, например, ударные. Итак, один инструмент, скажем, скрипка, одна, исполняющая прекрасную импровизацию. Но со временем слово «таксим» стало употребляться в значении «фрагмент медленной музыки», который может сопровождаться или нет аккомпанирующим ему ритмом. Медленной музыке может аккомпанировать множество ритмов. Это могут быть миллионы прекрасных ритмов, сопровождающих чудесные композиции, звучащие медленно, нежно и страстно. Они дают артисту возможность создавать прекрасные импровизации, входить и выходить из этого фрагмента, следуя великолепным ритмам. Если вам нужен таксим без ритма, один из вариантов объяснить то, что вам нужно, это сказать «таксим вне времени». Если вам нужен ритм, скажите «таксим со смещенным темпом». Соло-инструменты также могут играть ритм. Для этой программы мы выбрали таксим со смещенным темпом под аккомпанемент струнного инструмента, наиболее подходящего для таксима со смещенным темпом. Слушая эту музыку, вы поймете, как артист входит в этот ритм, растворяется и играет с ним. Порой танцовщица живет в нем, порой выходит из него. Так же, как она, мы не должны замыкаться на каждом звуке этого ритма. Мы можем импровизировать и подчеркивать то один, то другой его элемент, как это делают мастера танца. Максум — это ритм 4/4 с ударением на первый и третий такт. Это красивый и ровный ритм. Давайте послушаем его и вместе похлопаем ему в такт. Начнем двигаться под этот ритм. Почувствуйте смысл ритма.